Внеочередные парламентские выборы состоялись в Сербии в воскресенье. Решительную победу одержала коалиция премьер-министра Александра Вучича «Сербия побеждает». За нее проголосовали около 50% избирателей, что на 2% больше, чем было в предыдущих парламентских выборах. Я думаю, это историческое событие. Получить абсолютное большинство голосов, набрав их больше, чем два года назад, когда мы начинали проводить трудные реформы. Это необыкновенный результат. К внеочередным выборам в парламент ранее призвал сам Вучич. Он объяснил это тем, что стране необходимы 4 стабильных года для завершения переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз. Сербия продолжит свой европейский путь. Мы будем стараться ускорить процесс. При этом Вучич заявил, что его страна сохранит дружеские отношения с Россией. Согласно предварительным оценкам, в 250-местном парламенте от 137 до 156 мандатов получит коалиция «Сербия побеждает». В законодательный орган также пройдет блок «Социалистическая партия Сербии. Единая Сербия», который возглавляет первый вице-премьер-министр и глава МИД Ивица Дачич. Блок набрал 12% голосов. Около 8% избирателей поддержали сербскую радикальную партию, возглавляемую Воиславом Шешелем. Немногим более 6% получила Демократическая партия Сербии. В общей сложности в выборах участвовали 20 политических партий и коалиций. Чтобы пройти в парламент, необходимо получить поддержку более 5% избирателей.